Игру называют еще и так – квиз. Это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. В турнире, который организовали в молодежном центре «Навигатор», на этот раз соревновались 6 команд с очень задорными названиями – «Шагаю», «Черника», «Кэп», «Местные пельмешки опасности», «Крылья» и «Юная краса Щелкова». Название для всей игры тоже взяли весьма впечатляющее – «Разумные люди». Мы приглашаем команды из всех учебных заведений. У нас очень часто играют с нами колледжи все наши. Играют просто команды сборные. Также у нас играют команды движения местные, например, молодежные организации. Вот. Сегодня с нами наши юные красавицы. Те, кто играли в этот день, делали это весело и, можно даже сказать, легко. Им 17-18 лет. И хотя все ребята из Щелково, но некоторые из них познакомились не здесь, а на такой же игре в соседнем населенном пункте. Образовалась команда в Балашихе, местные, называется «Местные пельмешки опасности». Решили сыграть в эту игру, очень интеллектуальная игра, очень понравилась. Мы вообще учимся в одном колледже, и мы составили команду. Это уже вторая игра сезона 2019. Проходить игры будут каждый месяц. Всего состоится 5 туров. На соревнования приглашаются молодые люди возрастом от 14 до 30 лет. А в конце года самых успешных ждет Лига чемпионов и победный кубок. И все-таки эти ребята борются не просто за призы. Каждый из них отстаивает свое великое право называться не как-нибудь простенько, а по-научному серьезно, человеком разумным. Согласитесь, в юморе организаторам игры никак не откажешь. И это само по себе уже замечательно. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».